Что, друзья, всем здравствуйте. То нам наконец-то настало утро. Принесли нам сегодня уже позавтракать. Сейчас вам покажу, как и обещал. Итак, что нам? Сок апельсиновый, две бутылочки водички. Ну, завтрак сегодня более-менее такой нормальный. Чай пакетик. Два стика таких. Наверное, кофе с молоком, не знаю, не пью это. Печенюха такая. Шоколадная какая-то, картошка фри, кетчуп. Это сейчас скажу, попробую. Вот сказал бы, да, понять вообще сложно, что это. О, опять огромный фрукт, кусочек апельсина, да, помидорка черри и два таких тостика, там, бутерброда, что у нас, бекон, латук, сыр, ну и вот и все. Хорошо, ребята, вчера нам приходили, делали ПЦР-тест один. Короче, процедура, конечно, не из приятных. Дома только во рту делали такой скобок, здесь еще и в нос брали, но удовольствие такое, конечно, сильное. Ну, хорошо тогда. Давайте до встречи, будем ждать обеда, посмотрим, что у нас будет на обед. Потом, если что, может, сделаю обзор номером, покажу.